Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в такой лес за опятами. Были морозы, но опята остались целыми, их не подморозило. Вот хочу вам показать вот эту воронку. Интересная скала. Посмотрим. Пойдем в лес за опятами. Вы уже привыкли, друзья мои, что когда мы гуляем по лесу, я что-то вам необычное показываю. Такая вот небольшая скала. Камни такие. Ну, интересно. Ну, идем за опятами. Вот и первые грибочки. Посмотрите, какие опята. На таких ножках толстых. Это прям вообще. Будем собирать. Чудо такое. Осенние опята. Вот, друзья, еще находочка. Посмотрите. А комаров. Ничего себе. Летом столько не было комаров, как вот осенью. Такие красавчики стоят. Наш лес. Небо голубое. Ветер. И комары. Ух, чё жужжат. Не дают снимать даже. Ну ладно, будем собирать. Тут съедят меня. Видите, друзья мои, как они растут. Даже не на пеньке. Старая березка. Вокруг нее вот опята. Вот. Чё? В круговую. В круговую. Собираем. Вот, друзья мои. Посмотрите, какие опята. Ну, вы такие видели, нет? Это настоящие боровики, как будто. Шикарные. Ножка такая толстая. Сейчас посмотрим мы их. Покажу вам. Чудо такое. Ну, посмотрите, друзья мои. Как боровики. Но это не боровики. Это опята. Вот такие вот. Вот сам. Ну, не первый раз. Редко такие встретишь. Ну, в общем-то, интересно. Ну, идем собирать дальше. Вот, друзья, иду. И сколько костяники. Смотрите. Наш красавица. Такие ягоды. Прям вообще. Все усыпано. Вот она какая. Ну, классно. Сейчас попробуем осеннюю костянику. Вкусненькая. Вот. Еще находочка. Смотрите. Вокруг дерева. Березы. Сколько их.
Будем собирать. Какая красота. Денек ясный. Мы собираем. Вот, друзья мои, еще одну такую вот воронку нашел. Надо правильно назвать — карстовая воронка. Такая вот. И вон береза. Там нора такая. Вот. Вот. Сейчас посмотрим поближе. Вот такая вот норка. Довольно-таки большая. Может, лисица живет, может, еще кто-то. Ну, не показываться. И не надо. Сиди тихо. Там вон нора. Ух ты. Тут они живут, зверюшки. Пусть живут. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Погуляли мы, пособирали вот такие вот грибочки. Можно было бы еще пособирать. Но, увы, комары съедают. Натуральным образом едят. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Полюбуйте на нашу красоту. На наш лес. Ну, до новых встреч.